Когда вы покупаете белье нижнее, не обращайте внимания на красоту. В первую очередь нужно обращать на практичность. Очень часто девушки, придя к нам, начинают примерку, и они не могут понять, почему что-то в образе не так. Поэтому мы рекомендуем начинать с белья. Очень часто белье решает все. Работа с брафитером, специалистом по подбору нижнего белья, обычно проходит в начале учебного курса. На этот раз с Ольгой Золотой девушки встречались трижды. После традиционной теоретической части все отправились на индивидуальные примерки в салон брафитерия, а практика состоялась в магазине модной одежды. На примере сезонных коллекций участницы увидели, как правильно подобранное белье меняет внешний вид. Как вы видите, он абсолютно незаметен под одеждой, абсолютно гладкая чашка, то есть даже под тонким трикотажем его не видно. Очень наглядно показали, как на примере трикотажной футболки видно очень сильно, если вы покупаете белье из неспокойного кружева, то есть выбитое такое, достаточно яркое, как оно сильно выделяется из-под одежды, что это не совсем как бы красиво. Поэтому сегодня мы подобрали более спокойный комплект, гладкое белье, потому что базовое бежевое белье и черное в гладкой чашке должно быть обязательно у каждой женщины в гардеробе. И вот если мы сейчас обратим внимание также вот на кулиску, вы видите, какое расстояние между грудью и вот этой частью стало. То есть грудь, она гораздо выше. Я прям постройнела, я похудела, постройнела. Вот нету той грузности, которая вот у меня в моем белье. Вообще бытует такое мнение, что под белые блузки как бы нужно надевать только бежевое белье. Но сейчас ученые даже доказали, что можно надевать красное белье, потому что в коже у нас присутствует пигмент красный, и оно более сливается с нашей кожей, и оно не так выделяется даже, чем, например, бежевое. Пожалуй, самым убедительным аргументом в поддержку профессионального брафитинга является тот факт, что в стандартных линейках не более 20 вариантов размеров – 70А, 75Б, 80Е и так далее. А в специализированных брендах их около 200. Сегодня мы посвятили нашу встречу подбору белья с помощью корректирующего белья, как меняется образ. Я учу на самом деле и показываю разницу, что идет, что не идет, потому что многие женщины, как первый бюстгальтер выбрали 100 лет назад, так и покупают его из года в год. Многие женщины даже размер бюстгальтера не меняют спустя десятки лет. Там нужно всегда иметь 2, 3, 4 бюстгальтера. 2 это минимум, 3 как бы это вообще отлично, 4 это вау. У каждого белья есть свой срок службы, для того, чтобы оно служило как можно дольше, его нужно регулярно менять. Ощутимо, очень комфортно. Мне хочется держать осанку прямо, потому что настолько корректирует осанку, прям держит. Очень удобно. В одной модели бывает порядка 40 размеров бюстгальтера. Чаще в масс-маркете всего представлено 70, 75, 80, 85 пояса, чашки А, Б, С, Д. В нашем салоне представлено от 60 до 105 и чашки от А до М. От внутренних вопросов стиля участницы проекта двигаются к внешним. Впереди практика по составлению стильных комплектов.